Так а вот а по правилах там должны быть девчата незамужние эти все разом? Нет, все ходили разом, да, густо. Поют, спевали, песни. А хлопцы ходили? А хлопцы не, то хлопцы в коляду ходят. Ага. А девчата не, девчата уже ходят ага. В густо. А это воскресенье, это понедельник? Все воскресенье. А когда, с утра, в обед там? Ну, уже приходят с церкви. С утра в церкви служится. Mm-hmm. На первый день Троица, и на второй день служится на Троицу. Ходили и уже на второй день ходили в куста. А так на второй день ходили? Да, а коляду ходили до первого, на первый день. Так у понеделок ходили? Да. И в куста ходили в понеделок. Uh-huh. Придем с церкви, уже забираемся, все идут, идем в куста. Так а в церковь ходили не в воскресенье, а в понеделок? Ну, тоже понеделок, второй день. Ага, и тоже в церковь ушли? Да, то, как это, Святого Духа. Ага. Это в понеделок? Да. Считается в Святого Духа? Да, Святой Дух. Так а плели венки, и все девчата шли в венках? Ну, то, как кто хочет, кто с клёна, кто с тетов, с обвен, веночка на голову. Угу. Одну и наложить. Да вже та я несе сумку, торбу, що кидають. А куст як одягали? Ох, не, я вже й забулася. Ну от я не калю ще у венках, то куст же треба ж як-то виділити. Не всі венках, а то на той одну венка наложить. Одної? Так, яка ходить з торбою. З торбою ходить? На торбу ж дають щось-хтось. А что вот говорили? Вот приходили и як вот на дворе, что говорили? Ну, ой, проведемо куста до зеленого кльону. Дайте нам дядьку хоть по золотому. Проведемо куста до зеленой вербинки. Дайте нам, пане, хоть гарне з горілки. Это сказали пане, бо ж то Польща була. Да. Ну і ну вже ж я знаєте, вже забула вже до котрий годи, який вже мене толк. Вже мені 90 годів, знаєте. А може споєте нам трошечку, як вот это? Нема вже мене голосу. Ну хоч как показати, от як мелодію, як на який голос. Да, ну побачи. От я колись думаю, думаю, як це почало? Як це почати його? Вже так. Ну, ви говорили, привели кусту з зеленого кльону. Ну, то проводили куста до зеленого кльону. А, до зеленого да. Кльону. Ну, а як почати його вже після що як ходили? Ну, это ж... Вот, ну, вот, думаю, что так, как бы зада...